в таком вот виде, раскиданном, потому что очень неудобно иметь доступ неудобный. Аппарат частично ожил. Ну, Айдлер у него так себе. Кнопка работает только на Eject. Может, это так и должно быть. Ну, Айдлер прокручивается, потому что поставлена первая попавшаяся резинка. Ну, по крайней мере, живой. Частично живой. С новым Айдлером заработала. Он даже правильно работает, останавливается практически при остановке подкассетного узла. Так, сработал автостоп. Play. Надо вставить кассету. Где же тут подтормаживание? Особо никакого подтормаживания не видно. Тормоз отводится резиновый. Ну вот если это считать подтормаживанием. Ну тут пластик по пластику. Посмотрим. Странно, но никакого подтормаживания нет. Есть подпружиненные тормоза, но они настолько скользкие, что даже следа нет, что они касались. Когда вставляешь на место, они подпружинивают узел слегка. Но это все. Никаких других вариантов нету. Воспроизведение на кассете.
после некоторых манипуляций перестала зажевывать. После разборки в поисках подтормаживания чудесным образом пленку выдавливать из-под тонвала перестало. И качество воспроизведения на разрезанной кассете без подушечки прижимной стало приемлемым. Вот как-то так получилось.